В Бердске стартовал межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта СССР Владимира Шипичука и мастера спорта международного класса Сергея Пушкарева. На ринге встретились сильнейшие спортсмены. Турнир 23-й по счету организуют в честь прославленных тренеров по боксу. Их называют легендами. Владимир Шипичук был одним из основателей этого вида спорта в Бердске. Под его руководством наши спортсмены прославляли город на турнирах высокого уровня. В 2020 году, после ухода из жизни мастера спорта международного класса, тренера высшей категории по боксу Сергея Пушкарева, турнир назвали и его именем тоже. Он подготовил целую плеяду мастеров спорта. Это были люди, которые занимались не только боксу. В основном такое большое внимание уделяли воспитанию поколения. Турнир получился особенно массовым. Побороться за медали приехали сильнейшие спортсмены не только из Новосибирской области. Главный судья волнуется у нас, потому что на самом деле более 225 спортсменов – это отличнейший показатель для Новосибирской области. Они сегодня у нас, они сегодня доказывают свою конкурентоспособность. У нас приехали Алтайский край, Кемеровская область, Томская область, и, соответственно, все клубы Новосибирской области, ближайший Искитим. Естественно, хозяева турнира – это мы, это город Бердск. Этот вид спорта развивает координацию движений и выносливость. Небольшая разминка, чтобы разогнать мышцы и подготовить тело к еще большей физической нагрузке. Перед выходом на ринг спортсмены еще раз оттачивают удары. В турнире участвуют 19 бердчан разных возрастов. Наши спортсмены говорят, что нельзя недооценивать соперника. А также нужно выходить на ринг, следуя четким рекомендациям тренера. Только так можно одержать победу. Мой папа подсказывал мне, тренер подсказывал комбинации, я слушал и бил. И у меня получилось. Боксом занимаюсь 3 года, очень нравится этот спорт. Эффективный, хороший. Я очень хорошо готовился, очень упорно тренировался 3 раза, 4 в неделю. Я считаю, подготовились мы очень хорошо, функционально. Тренировки были интенсивные, набрали хорошую физическую форму, тактическую. Поэтому, я думаю, у нас будет очень много призовых мест. Впереди у спортсменов еще один соревновательный день. Турнир продлится до субботы. Тогда и будет известно, сколько призовых мест взяли наши спортсмены.